Наша телепрограмма проверила, сдержала ли свое слово администрация города Иваново. Съемочная группа снова посетила места несанкционированных свалок в районе улицы Демьяна Бедного, улицы Варенцовой, в сквере районе Меланжевого комбината. Как оказалось, ВОЗ и ныне там. Напомним, что в пятницу 23 ноября администрация города пообещала убрать упомянутые свалки за выходные. Но этого не произошло. Мусор на том же месте. И даже выпавший снег не скрыл многолетние горы отходов. После очередного обращения в администрацию мы получили очередное обещание убрать свалки в течение этой недели.